Американские борцы за свободу слова не скрывают, что напуганы растущим влиянием российских и китайских СМИ, которые работают на зарубежную аудиторию. Ярче других свои опасения высказал вице-президент Фонда поддержки демократии. В своем докладе Кристофер Уолкер призвал США и Евросоюз усилить медиаресурсы, чтобы конкурировать с иностранными СМИ. К числу явных угроз влиянию США фонд отнес помимо китайского канала CCTV, российские Life News и Russia Today. К слову, именно из их эфиров рядовые американцы в подробности узнали об акциях гражданского протеста Occupy Wall Street. Напомню, она была призвана привлечь внимание к преступлениям финансовой элиты США. Стоит отметить, что фонд поддержки демократии считается рупором американской информационной доктрины и находится в руках правительственного совета.